Доброе рядом. Под таким названием прошла благотворительная акция в средней школе номер 2 города Чебоксары. Цель акции – собрать средства на оборудование для отделения пульмонологии и аллергологии детской республиканской больницы. На первом родительском собрании перед началом учебного года выяснилось, что некоторые ученики не смогут прийти на торжественную линейку по причине болезни. Тогда и возникла идея благотворительной акции «Доброе рядом». Было решено отказаться от пышных букетов, а на сэкономленные средства купить оборудование для детской больницы. Символ акции – роза, перевязанная синей ленточкой. Это символ свежего воздуха, здоровых легких и здорового образа жизни. Мы решили поддержать акцию и подарить учителям только вот такие вот цветочки. Родители выяснили, какое оборудование необходимо пульмонологическому отделению, прибор для измерения пульса у детей. Преподнесенный в подарок пульсоксиметр особенно ценен. Дети увидели, как просто делать добрые дела. Сотрудники отделения настоятельно рекомендовали ребятам беречь здоровье, не прогуливать уроки и учиться на одни пятерки. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика.